Давай, начинай, я запись включил. Что ж, здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы вас приветствуем на великолепном матче, который нас ждет. Тюлени играют против команды Seven Place. Битва ожидается жаркая, напряженная. Комментировать все это действие будут два комментатора. Дмитрий КДАШ440, это я, и мой коллега Алексей, он же рядовой. Да, всем привет. Приветствую вас на этой прекрасной встрече, прекрасный вечер. И встречаются две очень хорошие команды. Это Тюлени против Seven Place. Немножко по позициям команд. Я так подсчитал, потому что не очень удобно, как мы понимаем, кто таблички там смотрит, считать, потому что приходится складывать это все. Плюс еще не забываем, что в группе А, в которой играют эти коллективы, две команды, Push и Blind Fury, ушли в инактив, то есть больше не играют. Соответственно, очки, которые набрались или не набрались при игре с этими коллективами, будут аннулированы, все эти встречи будут списаны, поэтому там еще могут поменяться все значения. На данный момент в этой группе лидировали изначально NCA, которых мы не так давно видели, следом шли Seven Place и Тюлени. Но так как Тюлени обыграли своего соперника NCA, уверенно, кстати, обыграли, немножко потом еще об этом матче расскажу, то сейчас Seven Place делит первую строчку с NCA, у них одинаково по 18 очков, и у Тюленей 17. То есть вы понимаете, все очень близко, все рядом находится. И немножко еще скажу тогда, в принципе, как вы понимаете, играли до этого уже Тюлени, встречались с Seven Place, и тогда Тюлени одержали победу, Seven Place'ам пришлось огорчиться. Но посмотрим, как в этот раз реванш. Захотят ли они взять? Я думаю, захотят, конечно. Вот смогут или нет. Уверен, что оба коллектива очень серьезно готовились к этой встрече. Потому что очки ни в коем случае нельзя терять. Особенно с таким принципиальным соперником, как мы понимаем с вами. Ну, еще я давайте тогда уж добавлю, что вот благодаря тому паблику, о котором уже Алексей упоминал как-то раз. Может, сегодня даже напомнишь его. Ага, Тюлени, да? VHL Informer. Вот. Тюлени сыграли без замен. Они никаких замен не произвели. А вот зато в команде Seven Place произошел ряд изменений. Ушел Latenser. Кстати, он ушел в Brainstorm. Но пришли из Пуши два человека. Космосай, Daily Light. И также Fly из Gram. Вот такие перестановочки. Посмотрим, как это зайдет. Как поможет. И вот еще, пока время есть, я тогда напомню, ну, давайте скажу немножко о самом матче, что нас ждет. То есть это рудники будут, как вы видите, ну и, соответственно, до трех побед. И вот о матче, как играли Тюлени с НСА, посмотрел я там, побродил по разным видеоисточникам, понял, что у Тюлени были на самом деле большие проблемки в плане там, техническая сторона, потому что кто-то у них там подвисал, кто-то с пингом 999, между прочим, даже убивал вражеские танки с автоприцелом. В общем, несмотря на это, на эти трудности, они смогли победить своих соперников, причем, как мы понимаем, НСА тоже не из простых ребят, тем не менее, на степях все получилось у Тюленей великолепно. Никто не исключает, что и у самих НСА тоже могли возникнуть проблемы. Мы знаем, что это не Gold Series, тут нельзя написать в ангар, и все выйдут, и матч будет переигран, или раунд конкретный. Это написать можно, выйти можно, но вам будет поражение, как вы понимаете. Так, что-нибудь ты хочешь добавить, может быть? Нет. Слишком я увлекся, так. Я не знаю, что добавить, я тебя просто не сильно так слышал, я гуся запускал. Да, ну тоже полезное дело. И как вы понимаете, все сейчас зависит. Ну, надеюсь, что все будет зависеть в первую очередь от самих игроков, не от всяких технических неполадок. Но даже если такие будут, опять-таки надеюсь, что нет, то пожелаем игрокам как можно быстрее разрешения всех этих проблем и играть столь же хорошо, как и без них, без лагов, без этих всяких. Да. Минутка остается, вижу такой сетапчик, но сетапчики немножко уже позже, когда матч начнется, поэтому у вас есть ровно еще минута, чтобы настроиться. Как вы понимаете, рудники вполне
часто играется, тем более в Сильвере мы отмечали, что именно в Сильвере в нашем это быстрые схваточки зачастую на рудниках. Конечно, бывают исключения, бывают позиционочки, если еще взять артиллерию, тапчик, попытаться набить себе заранее какой-то домашку в плюсик для своего коллектива, но не всегда так выходит. Некоторые защитники даже решают действовать более агрессивно и сами выходят, занимают гору, действуют поджимами, поэтому иногда атакующие оказываются в роли защитников, вынужденных, потому что им деваться уже некуда, их со всех сторон поджимают. По сторонам, вот я еще, к сожалению, для себя не научился определять заранее, кто в атаке, кто в защите. Вроде бы некоторые из наших делают, я еще надеюсь, однажды я догадаюсь, как это правильно делать. Пока что мы все с вами увидим уже непосредственно в боестолкновении, которое уже через 5 секунд стартует. Ребята, еще раз поздравляю вас с началом этого матча. Надеюсь, он будет очень интересным. У команды это, я думаю, нам покажут с лихвой. И по сетапчикам давайте посмотрим. Видим, что используют одних СТ-шек тюлени, паттены, 140, ТВПшка, СТБ и батчат. А вот их соперник решает разнообразить мобильный сетап ИСом 7, Флай на нем сидит. Остальные ТВПхи вот заходят очень часто, мы уже к ним привыкли. Хорошие танки, и в отличие от батчатов, некоторые сравнивают эти танки, КД у ТВПшек намного приятнее, побыстрее. Видим, севенплейсы будут атаковать. Посмотрим, что это будет. Поджим горы изначально, видимо. Так и есть, только один Рон укатывает в сторону маяка, в сторону острова. Остальные танки едут на поджимы, и примерно по похожей схеме действуют их соперники, тюлени. Отправляют повера флеша светить воду, может быть даже занять ее. Остальные танки вкатывают, сейчас будет первый засвет и первые перестрелки. Дашка попадает под фокус, нет, не стреляет в него, зато Делилайт получает очень много размена. Сейчас по ХП мы видим отлетает от обоих коллективов. Тризи проседает солидно. Также Рон и Дашка у соперника. И Дашка очень много получил. Ну и Тризи шотный. Остается минус. Тризи персона делает фраг. Минки тоже еле выживает. На два шота буквально. Минус. И он опять-таки от персоны фраг. Ответили и Дашку забрали. По танкам лидируют тюлени. Дальше идет размен. Космосай получает очень много пробитий. Проседает он солидно. Джазду это влетает 300. Также Нардин получает, персона. Страдали сейчас в основном тюлени. Они и теряют еще один танк. Нардин погибает. Делилайт пытается сейвиться. Космосая сейчас заберут. Да, еще один фраг от персоны. Уже троих отминусил. Заходит в спину Рон тем временем. Но тут уже могут забрать его тиммейтов. Например, нет, БК, смотри. Сейчас БК улетает от персоны. Но мстят за него. Забирают этого вредного, кто ликвидировал танчик. Еще по минусу. Точнее, один минус. Делилайта забирают. Я думал, в ответ Джазду это нет. Он выживает. И сейчас тюлени добрать рушку. И это будет первый раунд в их пользу. В обороне очень агрессивно они сыграли. Поджали гору. Повар почему-то закрывает Рон и не дает Джаздуиту стрелять. Может быть, сам хотел себе фраг добыть. И тут еще маленькая свалка организовалась. Вот так вот тюлени. Ну, мы видим по ХП, что небольшая разница была. Ну, основную зарубу, я думаю, вы прекрасно видели. Эти перестрелки, где сложно даже сориентироваться, у кого быстрее ХП улетает. Потому что и с одной стороны они летят в лед, и с другой. Главное, в этот момент для игроков правильно выбирать цели, правильно сейвить свою технику, успевать откатывать. И у тюленей это выходит намного лучше. Они показывают свой настрой, чтобы опять-таки одержать победу над своим соперником, как и в прошлый раз. Счет, напоминаю, становится 1-0 в пользу тюленей. Давайте по домашке пройдемся, да? Да, Just Do It накидал 2700 урона. Zeron 2600. Ну, вообще, такой интересный урон, так чисто ровненький. От 1000 до 2700. Прекрасно сыграли обе команды, ни у кого не было по нулям. И Zeron забирает своего. Ну, и там уже на радостях, видимо. А, ну, наверное, когда вот падали друг на друга просто. Потому что именно в бою, чтобы свой своего забрал, я такого не заметил. Может быть, наши зрители повнимательнее были. Может быть, там и правда кто-то минуснул своего. Но вроде бы такой ситуации не было. Там урон, наверное, своего просто придавил немного так тушкой своей. Ну, может быть.
Просто решил попрыгать, немножко веселье добавить. Хотя тут сами понимаем, А, иногда и не до веселья. он Сардатуса убил. Сардатус, ну вот так вот. Да, интересный такой бодрый бой был. Резкий такой врыв на центр, перестрелка, батл, семерка только долго ехала. Вот если семерки просто в самом начале боя схватки не хватило, из-за этого с НПС потеряли много хп. Если семерка подъезжала бы раньше, немного, секунд на 30, они могли бы взять этот раунд с легкостью за счет своей семерки, за счет массы, брони и Ну да, всех и там. там еще плюс вот где-то, конечно, микромоменты, это все будет разбираться уже детально самой командой, потому что где-то там, может, кто-то не успел засейвиться, какую-то Верный. ошибку допустил. Смотри, оба коллектива используют артиллерию. В атаке, в обороне выбирают ее. Это будет интересно. Плюс еще смотри, как усиляются 7-плейсы. Е4, Е100, Е7. Это мощь такая тяжелая. И соперник берет Е5. Ну вот сейчас будет уже... Скорее всего, не такой быстрый бой. Сейчас уже больше по позициям будут играть. Посмотрим, как выйдет. Очень интересно. Ну да, с НПС взяли Е100, так как они в защите, и надеяться больше всего от массы отыграть больше хп, как бы растянуть. Ну, взяли тюлени арту. Посмотрим, как они будут действовать с этим Е100. Арта не сможет его сразу разобрать. Смотрим, Космосай будет поджиматься к горке, скорее всего просто туда встанет, плюс его прикрывает Е4 сзади, спокойно занимают сейчас гору, но могут и получить Тризи на подсвет стал. Посмотрим, как тюлени смогут заехать, какой-то танк они отправят, скорее всего, Сардатус, или не будет рисковать. Не забываем про артиллерию, может наказать, всегда может наказать. Да, смотрите, Е100 Хотя, поджимается под гору. да, он там будет прекрасно себя чувствовать. Выстрел от арты и Арта. 800 и плюс еще в соседа. Как больно. Бедный флай. Но это болезненный удар и очень неприятный. Отлично закидывает. Ответный выстрел, по-моему, был, но Мимо, да. никакого результата нет. Тюлени пока все целые. Никто не пострадал. Все живые, здоровые. Ну, еще все впереди, еще весь бой. Арта ответ даст. Тризи, смотри, очень агрессивно так на воду съехал. Его прикрывают, конечно, но... Может быть, попробуют забрать к арте проехать, минуснуть бата на острове. Главное, по нему еще инфу получить. А, тюлени занимают гору, Сардатус заехал на нее. Есоты пробуют контролить первую базу, думая, что оттуда покатят танки. Да, пока что тюлени действуют хорошо для себя. Они стоят, ждут, когда их артиллерия опять сможет удивить соперника своим точным попаданием и очень неприятным. И ищут слабые места в обороне. Это тоже важно. Все-таки лететь всей бригадой, не знамо куда, смерти подобно. Да, кстати, там был такой прострел небольшой по Е4. Е4 высунулся на горку и засветился. Сразу же получил в ответ, ну то есть урон не получил, просто в землю ушел выстрел. Да, там, кстати, такое опасное место, и в И... прошлом формате очень часто там даже иногда ловили Т-32, когда тот играл от башни на гусельку, и тогда этот 32 мог уйти. Смотри, Тризи получает, 37, Да, тут улетает. и в этот же момент начинается передвижение команды. Тюлень. Да, они смещаются ближе к острову, и вот сейчас Тризи как-то тут не очень хорошо живется. Сотка пыталась наказать Нардина, но мимо. Либо там не пробил, скорее всего, просто промах был. Понимаем, никто не даст долго сводиться. А вот Да. арта на 884, отличное попадание. Нардин так опечалился в ответ. И персона кинул. Я не увидел, когда трассер полетел, но полетел в сторону базы команды 7 Place. Видим, уже еще один танк сместился к острову. Сейчас это будет, скорее всего, пуш воды. И тут, кстати, в исполнении 7 Place идут прострелы по острову от I Can't Sleep. И Минки, смотри, откатился на задний камень. То есть он уже знает, что будет команда тюлени рашить сюда на остров. Да, у нас, к сожалению, нету инфы по засветам, но, видимо, какой-то из танков либо засветили, либо, в принципе, подозревают, что именно тут будут атаковать тюлени. Ждут атаку с этой стороны. Смотри, персона как сместился. Теперь он подъехал поближе, и сейчас Космосай, который поджимает, он может и от арты пострадать, либо кто-то другой получит. Еще не Возможно. забываем, того же Рона может попытаться забрать по трассе. Это тоже можно, надо помнить. Все-таки урона такая позиция, особо из нее никуда не деться.
Там примерный квадрат одинаковый всегда. Есть выстрелы, пока что никаких пробитий нет. Пытаются блайндить, а клинслип. Рядом с ним снаряды проносятся очень быстро, но не результативно. К счастью для него же. Вымеряют дальше свою атаку тюлени. Решают, как ему лучше действовать. Потихоньку все дальше, дальше подкатывают, собирают инфу. Вот Powerflash подъехал поближе. Сейчас мог и Акейнслипа засветить. По крайней мере, тот пытался блайндить. Опасно было. Дарта. Выстрел арты. Мимо. Ничего, ничего пока что. Да, обидно. Такой был мог быть урон по Айкенслипу. Ну тут Если мы арта понимаем, попала. конечно. Арта, смотри, еще дальше смещается. Сейчас она на такой мини-пригорочек заедет и новое сведение начнет делать. Ну, она хочет по Е100 закинуть. Она, в Там. принципе, смотри, она может даже и со седьмого флая, которого рентгенит Сардатус, как вариант, потому что с той позиции, по-моему, И7 должен быть в простреле. Плюс еще Сардатус не просто так стоит на той позиции, он явно подсвечивает семерку. Да, Вернее, они. инфу собирает. А Дейлайт перемещается, смотри, под гору едет. Выстрел арты и есть, но 156 всего немножко зацепило. Да, Делилайт, это, возможно, будет попытка забрать гору, отжать ее у соперника. Если на это тюлени, смотри, Тризи получает. Да, 450, грубо и говоря, получает Нардин. 600 в Нардина. Сотка, отлично. Но арта будет накидывать или. Смотри, сейчас засвечивается. Арта сводится на сотку. И начинают рашить сразу же Еще по. Сардатус на 890. Арта накидывает Рон. Отличный выстрел. И сейчас Нардина могут забрать минус от Космосая. Так и есть, надо занимать воду. Тысяча с воды слетает, съедашка. Тризи забирает тем временем. Ответный выезд. Надо забирать сейчас Минг. Сардатус погибнет, скорее всего. Надо отвечать сейчас тюленям. Минку минусить. Пытаются это сделать тюлени всей бригады. Минки на гусле. Минус от Рона. Сардатус еще жив. Смотри, как он так долго живет. Сейвится там. Но все-таки Флай его заберет. Или арта может и в спину ИСу седьмому накинуть. 400 получает Флай. Забирает. И забирает Сардатуса. Что ж, по танкам равная ситуация. Мы это понимаем. Но у 7 Place занята гора. Это важно. И не очень приятно для 7... Ой, для тюленей, конечно же. Плюс не забываем, что у тюленей... Космоса немножко получил. У тюленей все-таки сетапчик-то такой, скажем так, понежнее в плане брони. Тут и Космосай на своей соточке, и Е4, это неприятно. Но почему бы не стать захват? Тоже верно. Сопернику тогда придется выходить. Два танка в захват, остальные на прикрытие. Делилайт выезжает, сейчас нагло так подсвечивает базу. Главное не встать на гуслю в этой ситуации. И вот она, гуселька, чинится, уезжает. Но очень много хп, смотри, 1700 улетело. Очень больно досталось ему, плюс еще захват не был сбит. Вот этот выезд был крайне неудачный. Сейчас для 7 плейсов. И надо им что-то делать, сбивать захват. Видимо, Айкенслип заходит с другой стороны. Пауэрфлэша могут засветить. Они обоюдно могут засветиться там. Но надо сбивать 10 секунд. По захвату проигрывать самое обидное в такой ситуации. Получает Айкенслип немножко. На 400 Персона влетело. получает. Персона уже все. В ангар ушел. Айкенслип Сбили. приговорил его. Сбить ее. Да, это Рон, кстати, сбил. Отличный конслип, еще один минус. Три танка остается у тюленей в ответ на 5. У соперника нет, на 4 решает Рон, так и делает. Поджат сейчас Джаз дует, и на него Космоса, я думал, в наглую захочет вывалиться. Смотри, так и есть. 800, ай, неприятно, в спинку. И сейчас айконслип еще может сделать минус. Просто на пофиг выкатиться, не пробил. Сам получил, но пробивает, забирает. Powerflash его в этой ситуации должен забирать. По снарядам там все плохо у Айкенслипа. Все, по-моему, по пулькам. Две он отдавал, да, минус от Powerflash. 2 в 3. Но надо атаковать тюленем. 2 минуты у них на это есть. И в соперниках из седьмой. Хотя он отстрелялся, можно попробовать забрать. Не пробивается он. Тяжело пробить семеру. Понимаем, что там все-таки на возвышенности она вроде как, и там башня видна. В башню в семере стрелять так себе удовольствие. И семера давит вперед. Флаю надо сыграть тоже аккуратно, он понимает. Сотка может и забрать Рона, минус. Космосайт далеко уехал сейчас Рон. И Powerflash остается один. У него 300 хп. Но даже в этой ситуации можно тянуть. Хотя сложно, когда ты на батчате, когда у тебя КД.
Накидывает он в космосая на 380 с копеечками. Просто КД, у тебя не хватит пулик забрать всех противников. Будь сотка шотная, например, тогда да. Но может быть БК, надо стараться до конца в любом случае. Встреча с семеркой сейчас будет. Есть инфа обоюдная и минус от флая. 1-1 счет, вот так вот отвечают 7 плейсы. И в принципе, как и в первом раунде, все так рядышком, очень рядышком у коллективов. Нога в ногу, что называется. Давайте посмотрим урончик, который преподнесли нам коллективы. Думаю, там артиллеристы точно старались. Я знаю, что Рон нанес неплохо дамажки. Сейчас мы это убедимся. 2400 выдал он, и его конкурент из команды соперника 2200. Ну, это отличный результат для команд, для артиллеристов. Плюс еще смотрим, I can sleep выдает, делает и 3 минуса, важные минусы, и 3000 дэмэджа наносит. Это тоже хорошо. Видим, и Power Flash отрабатывал на 3000. Неплохо. Да, кто дольше жил, тот больше накидал. Ну, бой сегодня ожидается очень такой напряженный, но в судя прошлый по раз, этому если ты показателю. не говорил, то 3-2 счет был в Да, пользу тюленей. 3-2 счет был. Да, это я не сказал. Ну, посмотрим, как в этот раз будет, отыграется ли 7 place. Это очень важно, да. И на самом деле обоим коллективам, конечно, хочется выиграть без тайбрейка. Вот эти потери очков и ни в коем случае не нужны. Тем интереснее нам смотреть за этим всем. А кто болеет за свой коллектив, тем сейчас топить и топить, что называется, за своих ребят. Нет, не отказывается от артиллерии. Сейчас опять-таки смена сторон, и Рон по-прежнему сидит на своем любимом М40-43. Возможно, любимом. В данном формате, по крайней мере. Но у меня предыдущий сетап, который был 2 подтона, 2 ТВП, бачат, СТБ, объект 140. Ну, тюлени тогда победили и подумали, может быть, а зачем что-то менять, когда и так все отлично. Хотя мы помним, что все матчи, все раунды этого матча такие очень близкие по показателям. Ну, посмотрим, как сейчас отыграют 7 плейсы и тюлени. У 7 плейсов мы видим, что теперь 2 тяжика плюс артиллерия. Это выглядит более серьезно так в плане брони. Ну, артиллерия-то, конечно, нет, но вот ФВшка потанковать может. Неплохо. Плюс еще, раз есть артиллерия, опять-таки, предполагается, что не будет быстрых врывов. По крайней мере, со стороны 7 плейсов их соперник может наоборот решить. Арта минус танк, считай, значит, просто вкатывай, убивай, но это тоже надо делать очень грамотно и выверенно. Едут к горе, холму к этому знаменитому. Причем оба коллектива, опять-таки, отделилась пара танков. Ну, естественно, арта тоже не едет. Стоит на приемку 7 Place и пытаются сейчас отстрел по горе. Персона не получает он. ВДшка стреляли, персона получил все-таки свое на 350. Откатывает назад. Не забываем про арту. Сведен он сюда, это точно. 300 вылетает ВДшка, 380. Арта? Ой-ой, накидывают. Как больно, ребята. 948. А также минки накидывают с острова. Минус 1100 Нартина. Да, это ты хорошо подметил, потому что ему досталось не сладко от минки. Еще получает Сардатус. И пока, смотри, никто не получил из 7 плейсов. Накаркал, да, Делилайт получает 2 пробития. Еще одно пробитие. Но там и в Рону, Рону тоже досталось. Эдашка получает на 400. Пытаются отвечать, но плохо выходит. Сложно бодаться против тяжей. Семка получил, Рон в ответ. По ХП мы видим на 3000 уже просадка в сравнении с соперником. Еще арта. Накидывает арта, но неудачно, мажет, да, по-моему? 246, да. Ну да, это считай промах. В камень он попал. Вот Делилайт неплохо раздает, Рон остается шотным. Если бы не КД ТВП, то Рон мог бы и в ангар уйти сейчас. Космосай немножко получил. Смотри, Power Flash сейчас занимает остров. Попытается он минки убить и прорваться, может быть, вперед. Отвлечь соперника. Надо что-то делать сейчас тюленем минки обязательно. На КД должен да, быть. Минки на КД, если его никто не выручит. Минус Рон.
Идет накат. Делилайт делает это. И да, ответно пушат вперед. Минус Ардатус. Минти Забирает Вангар. минки. По флешу мы понимаем, что снарядов либо один, либо не густо. Вообще нету. Сейчас тюленям надо сейвиться. Just Do It получает. Арта еще пытается накинуть минус от Флая. Очень много танков шотных остается. Ну, полушотных. 600 хп это такой показатель себе. Нардин сейчас попадет в неприятность. На него выкатывает I Can Sleep. Есть пробитие. В I Can Sleep тоже много вылетает. Но тут все-таки себе более вольно чувствует 7 плейсы. Не пробивает Нардина. Но I Can Sleep, скорее всего, заберет его. Тут уже выжить сложно. Power Flash сейчас заберет арту. Да, пытается как-то отвечать, но мы понимаем, очень сложно. Плюс за ним еще поедет. Сейчас Тризи забирает одного и едет за пауэрфлэшем. Минус. Еще один. И вот сейчас персона нон-град остается шотный. Космоса его приговаривает в ангар. Теперь уже вырывается вперед 7 Place. И смотри, в этот раз более убедительно. Потому что хп еще 5000 на коллектив осталось. Да, и Это плюс хороший еще, результат. если ты не заметил, СТшки сразу не подкатились у 7 Place. То есть они грамотно сыграли, сначала пустили тяжиков, которые танковали, а потом только они решили впустить ход, когда СТшки отстоялись, и на последний раш они решили пустить уже СТшек вперед, чтобы не терять просто так хп. Согласен, сейчас 7 Place действовали больше так на приемочку, на самом деле, хоть они вроде как и атакуют, но на самом деле они ждали соперника, ждали, когда тот выйдет на позиции, где им будет удобнее их обстреливать. И, в принципе, это зашло у 7 Place. Счет 2-1 в их пользу. Но тюлени просто не смогли зарашить сразу танки 7 Place. Так как у них арта была, они должны были рашить. Но была фигня в том, что только тяжики были впереди, СТшки просто прикрывали. Если был бы выход в исполнение тюленей на тяжей, их просто в бок это был бы расстреляли бы суицид, на СТшки, самом да. деле, считай. Это Потому просто. что, когда вы вкатываетесь на СТхах в тяжей, ну даже вот, вы вкатываетесь в тяжей, вы тяжей, соответственно, пытаетесь фокусить. Потому что не дальние же танки расстреливать, это неудобно, там еще не все залетит. Вы фокусите тяжи. В это время вас спокойно расстреливают СТшки. И когда вы уже, потеряв там ХП значительное количество, едете к этим СТшкам, наоборот, они уже вас будут забирать спокойно. Поэтому вот этот вкат бы, это был бы суицид настоящий. Пытались как-то сообразить тюлени, как лучше действовать в этой ситуации. Но очень хорошо их встретили с 7 Place. Мы видели, ХП слетало в основном с тюленей. У них танки намного сильнее страдали, и заслуженно сейчас 7 Place одержали победу. Вот такая перестановочка, да, добавили тяжи, добавили арту, и это зашло. Плюс еще немножко подизменили, естественно, тактику. Кстати, у 7 Place тяжи еще танканули, там 1000 плюс урона. А, вот это я не посмотрел, да, интересно тоже показатель. ПВХ 1800 и 7200 вроде. Ну, то есть мы понимаем, часть снарядов элементарно просто даже не нанесла дэмэдж по танкам. А иногда просто ты видишь башню, и ты понимаешь, что стрелять в нее бессмысленно, да? Там не пробить семки башню. Да, Лючок выцеливать, что ли? Интересный здесь сетап в исполнении 7 Place. 3Е50М, 2Е50Б, ТВП 49. А тюлени берут 2ФВ215Б, Бачат 2140, Патон и 54. Да, причем действительно очень интересный сетап у 7 Place, и он намекает на то, что они наоборот атакуют, они давят. Еписи, например, вкатывают, танкуют и пытаются затаранить. 50Б раздаются спины. Плюс еще Рон на 49-ке. Немножко такой неожиданный сетап, на самом деле. Вот сейчас их соперник решает, что центр не важен. Лучше остров. Это важнее. Тюлени туда вкатывают. И Рон на просвет встал. Получает он уже пробитие. Есть по нему инфа. Персона в ответ немножко получил. Там и I Can Sleep тоже получил. Уже у 7 Place'ов. Пока что сейчас влетает урон-то в 7 Place, но там персон немножко еще просел. ФВ-215Б становится на захват. Но ситуация не критичная, по просадкам никаких серьезных изменений нету. Решают через захват сыграть, через приемочку. Еще Just Do It на Паттоне, там закрепился на Нуба-горке. Тоже его оттуда выбивать еще придется. В два танка стоят, значит, это вам меньше времени на сбитие с 7 Place. Но вот есть первое сбитие. 400 влетает в едашка.
Время потихоньку все равно тает, естественно, мы это понимаем. Рон получает. В ответ Тризи досталось за этот выстрел, но Рон еще получил в спинку. Айкенслип получает. Пытаются сейчас с Севенплейса с разных сторон зайти и понять, как лучше сбить этот захват. Видим, что соперник занимает только Нубогорку одним танком, и остальные танки вот под островом и на самом острове. Никто не поехал дальше по воде. Обычно хотя бы несколько танков туда проскакивает. И Дашка еще получает пробитие. Just Do It тоже получил флай. В ответ в него залетает. Пытается он Just Do It забрать, но нет, не выходит. Power Flash хорошо прикрыл. И минус уже первый танк как раз таки у 7 плейсов. Тризи еще получает. Сам не наносит дэмэджа. Делилайт получает. Потихоньку тюлень настреливает себе преимущество. Еще Эдашка теряет. Вот теперь у них уже. Но Эдашка может стать просто трупиком, который будет с одной стороны прикрывать своего тиммейта. Это Минки тоже стоит учитывать. Вниз. Минки, это суицид от Минки. Сбивает он захват. Но его тут заберут. Хотя смотри, он успевает еще забрать Эдашка. Удивительно. Я думал, его раньше застрелят. Персона поджался? Нет. Решает Делилайт, что нет, не поджался. Сам получил, но минус танк сделал. По танкам размен одинаков. Just. Смотри, да, поджимает Just спину и сейчас может попробовать наказать. Хотя 50B наказывать это иногда себе дороже. Минус 1 от Делилайта. Минус 2. Ну, Just Do It'у надо сейвиться. Минус 3. Плюс еще там Тризи на суппорте. Мажет Тризи. Убегает Just Do It, но Just... Нет, не убежал. Тризи минус еще один делает для своего коллектива. И смотри, открыт фланг. Можно пытаться зайти и с той стороны теперь. Попробовать один танчик, например, прогнать туда. Рон поджимается по воде. Получилось. Без повреждений. Пауэрфлэш тоже полетел. Ну, а смотри, стрелять-то некого в них. Поэтому спокойно поджимает воду. В ответ соперник будет тоже поджимать воду. Смотри, Космосай едет на гору. Но не очень понимает, как он там может настрелять. Пока что... Захват, конечно, одним танком ведется, поэтому время Нардин. Не так быстро тает. Там 50Б контролит Нардина, Нардин не может двигаться, он стоит за камнем, просто пробует сейвить ВВ-215Б, он увидит сразу, если кто-то поедет сзади. Айконслип пытается простреливать Сардатуса, который стоит на захвате. И мы видим, что обходит Тризи, далеко прошел, и его не засветили, он сможет Сардатуса просто в спину сейчас нанести дамаг спокойно. Сардатус получает, кстати, от 50Б. И вот в спину пошел работать Тризи. Да, и начинается раш. Раш начинается. Раш последней надежды. Power Flash гонит вперед. Получает от Рона еще неприятно в бок. Заберут да. Рона, но это такая потеря несерьезная на самом деле. А не... может и не заберут даже. Забрали. Есть минус. Надо выручать Рону сейчас. Другому Рону, который Зерон, у тюленей, врываться на Айконслипа вместе с Пауэрфлэшем, уходить от танков соперника. Если будет минус, то это будет преимущество большое по танкам. Главное потом от 50Б очень аккуратно засейвиться. Айконслип все еще живет. Сардатус там пытается помочь своим тиммейтам, потому что Пауэрфлэш тоже шотный. Нельзя терять сейчас танки тюленям. Ой, как нельзя. Айконслип хорошо живет, до конца старается и получает Сардатус. Как бы на гусельку тут не встать. По-моему, гусля у него улетает. Не пробивает его Тризи. Еще один снаряд есть. Минус еще один, не пробил. Тризи сам получил неплохо. Космосай единственный такой более-менее фуловый из всех танков на этой карте в данной ситуации. Начинается опять попытка захвата. Может быть троллинг. Играть на приемочку тюленям сейчас, как вариант, неплохой. Космосай может и потанковать, это мы понимаем. Пытается он просветить. А может быть дать спину тому же Зерону на батчате. И есть минус от Космосая. Отлично, отыгрывает 50М. I can sleep. Епись. Тут ПВП такое маленькое, шотное, кто кого. Там еще Тризи прикрывает, мы видим, что если Power Flash будет наглеть и пойдет убивать Епися, то... Космосай что-то там пробует сделать, Космосай и забирает минус P4. От Космосая. Да, ФВ-215Б тоже дал урон ему. Напряженная ситуация, если Сардатус заберет сейчас Космосая... Ай-яй-яй, но надо сложно падать ему размениваться. Плюс еще, смотря, Айконслип выходит и будет забирать Сардатуса. Ой, минус. Тризи. И Тризи оформляет, прикрывает своего тиммейта посмертно, но прикрыл.
3-1. Вот такой реванш в исполнении Seven Place. Берут они 3 очка, не 2, как в прошлый раз тюлени взяли. Поэтому по личным встречам, считай, даже Seven Place оказывается впереди. Хотя отметим, что тюлени и Seven Place, на мой взгляд, лично играли на равных. Очень интересная игра была. И, как вы видели, до последнего... Смотри, сколько я конслип настрелял. Ты посмотри Да. на этот урон. Это просто аплодисменты. Человек, по-моему, заслужил 4720 и все четко сделал. Понимал, что его Тризи Если... прикрывает, забрал Ты посмотри, сколько соперника. Power Flash всегда в топе по урону. Да, Power Flash, ну, вообще коллективы сегодня отыгрывают на отлично. Мы понимаем, что кто-то, да, настрелял 300, но кто-то в любом случае будет настреливать меньше других. В любом случае это не говорит, что команда сыграла хуже от этого или лучше. Они сыграли превосходно, причем оба коллектива и старались. Я вообще буду рад увидеть встречи еще обоих этих коллективов. С удовольствием бы посмотрел на эти противостояния. Потому что и тюлени в этом сезоне удивляют очень сильно. И Seven Place все-таки взялись за дело, пошли в атаку и набирают все больше и больше очков себе в копилку. Так что у нас получается Seven Place выходит в лидеры. Ну, еще неизвестно, как сыграют НСА. Но тем не менее. Кстати, какой-то момент я даже не ожидал, что Seven Place могут выиграть после того, как Минки умер и Флай тоже. Да, там все очень на тоненького было, и вроде бы даже превосходство было по танкам, считайте, 4 в 2. По ХП понимаем, но когда у тебя танков больше, ты можешь в теории как-то пытаться разводить соперника с разных флангов окружать, и он просто физически не успевает развернуть свою башню, но четко сыграли и Seven Place в этой ситуации непростой. Или, точнее, 4 в 3, да, были они. Тем не менее, ну хороший матч, хороший. Я не помню, сколько было. Посмотрим на повторе. Всем спасибо большое, что пришли, посмотрели. Я думаю, вам это так же понравилось, как и нам. Может быть, даже еще больше. И еще напомню, что следующий матч Silver Series будет в пятницу внезапно. Поэтому приходите, ждем. Ага, подписывайтесь на канал. И всем пока. Все, всем всего хорошего, процветания побольше. И печенек. И печенье уругвайских. Всем пока.